Здравствуйте, сегодня хочу раскрыть тему, как зафиксировать леску при дальнем забросе и кормушек, чтобы она в определенное место падала по длине. Вот видим, какая здесь ширина реки небольшой, более 30 метров ширина. И мне надо где-то за половину ее перекинуть. И чтобы зафиксировать, и падение кормушки было в одно и то же самое место, необходимо иметь прежде всего вот такую канцелярскую резинку. Откидываем скобу вот эту, одеваем вот так на пальчик, вот этим ногтем подводим под клипсу и заводим туда резинку. Все, резинка у нас здесь. И теперь делаем обмотку вокруг шпули, чтобы резинка эта была натянута. В данном случае резинка у меня большая, я 3 раза ее обвожу. Все. И теперь опускаем, и все. Теперь фиксация. Лески на дальность у нас определена. Уже не будет она уходить дальше этой метки. Ближе, конечно, если мы не докинем, то будет ближе падение. А если будем кидать с одинаковым усилием, то она будет падать в определенное место. А чтобы определиться точно, куда она будет падать, замечаем на той стороне берега недвижущийся предмет, какой куст или цветок, или что. И по этому ориентиру направляем наше удилище, куда будет непосредственно падать наша кормушка. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю уловистой рыбалки. Всего доброго. До свидания.